Ну, первые дни кролики появились. Крольчиха делает, ой, напугал. Крольчиха делает нору, ну, под этим сеном. Ну, сейчас уже не сено, трава. Разрядилась батарейка 19%. Ну, напугались. Думал, кино снять. Они взяли, разбежались. Два остались. Светло-серый. И там черный выглядывает. Ну, по крайней мере, их только второй день сегодня вижу. Они уже повылазили. Так им уже, ну, больше месяца. Вместе с молоком только питались. В норе сидели. В общем, то, что я видел, два таких светло-серых, два черных, вот там. И есть еще. Выходите смелее. А, ну этот покрупнее какой-то. Тут и покрупнее есть, и помельче. Есть такие темно-серые, вот темно-серые попрятались. Вот у них такой вольер свободный. Тут еще у них комната одна есть. Это бывшая, скажем так, раздевалка и душевая. Затем эта комната, там душ был. Тут раздевалка была. Это здание котельное. Вернее, бывшее здание котельное. Сейчас это хозпостройка. Ну, вот потихоньку выходят. Давай смелее, смелее всю компанию. Это что там, а только несколько штук будет на видео. Я им сделал такую дверь от холодильника, чтобы не выбегали. Видно, что ли затих. Наверное, не очень-то. Чтобы свободный ветер ходил. Так, дверь открыта. Завязываю. Ну, счастливо, как чуть-чуть какой-то звук услышат, движение какое, сразу в нору прятаться бегут. Ну, там не нора, норы там нету как таковой, потому что тут пол бетонный. Просто сверху это сено там всякое, ну, что не растаскивает. И под кормушкой такую, в этом старом сене сделали нору себе. Ну что, попрятались, не будет кино. Серые спрятались, который побольше серый. Да, еще один, ну, показывать не буду. Но я так понимаю, с этой компанией выбежал и в коридоре. А здесь у меня хворост сложены, ветки. Сегодня некогда, потом буду доставать. Как он отсюда вылез, непонятно. Ну, черненький такой, вот как эти. Надо будет поймать. И долго они в этой норе сидели, конечно. Я уже думал, какие проблемы, что крольчат нету, не появлялись. А это особо. Я несколько дней не был, потом вчера приехал, смотрю, бегает уже. Так, можно сказать, что кролики на сене. Или крольчата. Ну, это крольчиха. Самец спрятался какой-то пугливый. Побежал в нору, спрятался. Ну, тут еще ласточки чирикают, летают, шуршат.
Что, походу, молодые вывели, что ли? Какие-то маленькие, ну да. Ну, подходите ближе. Кино снимаем. Кролики. Кролики, ближе подходите. Кролики, ближе подходим. Угу. Подходим, свежую травку кушать зеленую. Там и мячик поставил, но они как бы туда мало залазят. Бывает, потом запрыгивают. Но малые-то еще не могут залезть, большие только. Я как бы думал, что там крольчиха будет ну, крольчат приводить. Ну, что-то это. Она лучше себе делает. Так, все они нору и там гнездо делают. Там можно ему теплее и лучше. Потому что месяц точно уже есть, наверное. Все, ласточки эти одна за одной носятся. Покажу. Вот их под крышей их гнездо. Где там они? А вот. Ну, хватит гоняться одна за одной. Так, а тут что у нас? Черные остались, остальные попрятались. Ну и все на этом. Ну, я думаю, что они будут лучше себя чувствовать. У нас жара стоит по 30 градусов. И когда была дверь, ну, дверь как дверь такая. Плотная дверь, когда закрывалась, ну, было плохо. Очень жарко было здесь, даже душно. Могли заболеть, наверное, даже. Потому что комары начинали летать. Вот, а сейчас эту поставил решетку от холодильника. Внизу пару досок. Вот решетка. Ну, она открывается и завязана. Как бы дверь такая. И все. Не жарко. Заходил, сено подкладывал. Ну, нормально. Не душно, по крайней мере. Свежий ветерок гуляет. Там что-то черное играется. Ну, крольчиха линяет, видно, лето. Да, так что крольчата на сене. Только два. И вот. Ну и все, просто как убежал вот этот один такой черный здесь бегает в коридоре. Чтобы поймать его, надо попробовать. Ну, ему ящик поставил с травой воды, банку. Что как бы ему неплохо. Как ему удалось убежать, непонятно. Ну, разыгрался. Так, ну все на этом.
А, нет, сделаю паузу. Во второй вольер схожу, гляну, что там делается. Там две самки. Я к ним сам пса закинул. Если что будет интересно, сниму. Ну, если нет, то нет. Пока включим, пусть немножко видео идет. Один сидит. Большая, серая. Большая. А это помещение, это все в котельной. Ну, здесь была как бы комната оператора, как он там назывался, кочегар, который здесь сидел, ну и наблюдал за этими, за работой котлов. Ну, выходим, что вы все по норам? Выходим наверх. А эту всю землю это вот что не сено понатаптывают зимой. Как говорится, готовое удобрение под растение. Прихожу, мешки набираю. Надо будет все до кормушки, до угла это, конечно, это все вычистить. Все. Это они потом с этих нор не половить будут, попрячутся. Там ящик нужен. Выходим. Кролики не хотят позировать. Кролики, выходим. Выходим, кролики. Нет, ничего не будет, наверное. Ну ладно. Значит, на этом заканчиваем. Вот один сидит там. Серая. Тут две самки. Серая и белая.